гостям, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я покажу вам способ растянуть ухо, если у вас нет денег на новую тягу. Для этого нам понадобится немножко вазелина, голубая липкая лента и ваша старая тяга, или как это называется-то, а? Я думаю, вы догадались, что будет дальше, и хочу заметить сразу, что я ни в коем случае не рекомендую этот способ как какой-то хороший способ, чтобы растянуть уши. Просто я так делала раньше, я знаю, что есть еще люди, которые так делали. Но хочу сказать такую вещь, что если у вас есть деньги на тягу, или они появятся в ближайшем будущем, то лучше купите новую тяжку, чем заморачивайтесь тем, чем заморачиваюсь я. Далее мы берем и вот от этого толстого лицевого краешка начинаем постепенно наматывать липкую ленту. Нам нужно накрутить всего пару миллиметров. Поэтому старайтесь не переборщить и не делать очень много вот этих вот краев, потому что это будет отражаться на вашем ушке. И поверьте, это будет не очень приятно. Когда мы домотали до нужного нам размера, мы отрезаем липкую ленту и наматываем еще слой. Но опять же, я буду делать это постепенно, потому что это все-таки необтекаемый предмет с синей изолентой, и он может повредить или даже порвать ухо. Мы берем вазелин и мажем эту тягу вазелином, потому что левомиколь этот скотч может разъесть. И даже не может, она это сделает. Она разъедает почти абсолютно любую пластиковую вещь. И, как я уже говорила, снимает лак с ногтей. Так что левомиколью в этом случае пользоваться абсолютно нельзя. И давайте засовывать это в наше ухо. Скажу сразу, это неприятно, как и при обычном растяжении уха. При таком здесь чувствуется еще вот этот вот небольшой рельеф от краев. И как бы это добавляет ощущений. А я это повторю еще несколько раз. И, возможно, просто буду наматывать понемногу синие изоленты каждый день и растягивать ухо. И на этом я с вами прощаюсь. Это был самый легкий способ, не покупая ничего, растянуть ухо. Конечно, есть еще легче. Можно купить просто кодовый замок и повесить его на ухо. И с ним ходить, он вам тоже неплохо растянет. Но главное побольше купить, да. А вам спасибо за просмотр и всем пока.